Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сразу два эксперта по безопасности, как мы уже анонсировали, депутат Сейма Янис Адамс у нас сегодня добрый в студии, день. И Раймонд Рубловский, тоже эксперт по безопасности. Добрый день. Да, ну, может быть, начнем с таких вот событий последних дней. Новый начальник госполиции появился после длительного отсутствия утвержденного правительством руководителя госполиции. Янис, вот как бы вы оценили господина Рукса? Это что-то вообще поменяет вот в работе полиции? Трудно сказать, но мы можем сделать вывод, что очень долго не было начальника госполиции, но что-то народ это не почувствовал. Может быть, вообще его такой пост не нужен. Ну, ладно, это юмор. Он достаточно молодой, относительно молодой, амбициозен. У него есть нормальные, толковые предложения. Во многих вопросах они совпадают с моим видением развития. То, что мы уже неоднократно говорили о том, что полиции порядка, которые фактически у нас реально на улицах нет, государственной полиции, его функции и обязанность лучше всего передать полиции самоуправление и, естественно, с финансированием от государства, чтобы это только не лежало на плечи самоуправления, и вперед с песней. Если у него еще другие предложения, в том числе он считает, что необходимо возродить учебное заведение высшее, о чем мы тоже неоднократно говорили. Да, закрытие полицейской академии, мягко говоря, было не мудрое решение. Да? Ну да, но это вообще-то, на мой взгляд, это преступление против безопасности нашего государства, потому что специалистов негде взять, кроме как специализированным учреждением. И следующий, он был руководителем такой структуры, где, в принципе, самим надо было уже, в конце концов, после ликвидации Академии полиции, самим надо было готовить кадры, потому что их тоже неоткуда было брать. Так что посмотрим, встретимся, пообсуждаем. По крайней мере, я надеюсь на лучшее, а там жизнь покажет. Угу. Да. Да, ну, я могу согласиться во многом с Янисом. Во-первых, я по своей службе, скажем, по службе не пересекался с ним никогда, потом мне сложно судить, но все-таки 24 года в системе МВД – это очень приличный срок, это понимание, что человек очень много служил в этой системе и, ну, в принципе, наверное, знает все ходы-выходы, все плюсы и минусы. Согласен также с тем, что возрождение полицейской академии – это одна из первоочередных задач. То есть, что кадровый вопрос стоит очень важный изначально. И опять же, могу сказать, что, понимаете, полицейский просто по базовым своим как бы вопросам, да, он может 2-3 года служить, но есть очень большая специфика в разных структурах, где вы должны подготовить человека уже изначально, чтобы он был готов. Это во-первых. Во-вторых, согласен, что часть функций госполиции можно и нужно перенаправить муниципальной полиции. Угу. В-третьих, муниципальная полиция тоже, скажем, они разные. То есть в Риге это один уровень, где-то в других городах это другой уровень. Поэтому необходимо сделать еще пару вещей. Во-первых, образование и как бы комплект муниципального полицейского должен быть одним на всю Латвию. То есть или это Даугавпилс, или это Рига. То есть это образование, это вопросы специальной подготовки, физической подготовки и так далее. Во-вторых, если эти функции будут переданы муниципальной полиции, то, конечно, только с финансированием. И в-третьих, тогда опять же встает вопрос, если муниципальная полиция или сотрудники муниципальной полиции будут, скажем, такого же уровня, и для них требования будут такие же, как для сотрудников госполиции, тогда, извините, неминуемо встает вопрос о приравнивании социальных гарантий госполиции к муниципальной полиции. А именно, это пенсии по выслуге лет и возможность, скажем, людям из муниципальной полиции уходить досрочно с службы по достижению этой выслуги лет. Так что
Опять же, беря внимание, что госполиция была без руководства больше полгода, беря внимание, что мы живем в очень сложные времена и в мире, и в Европе, и здесь, мне остается действительно пожелать успехов новому начальнику госполиции, пожелать ему, чтобы он воплотил бы все эти свои проекты в жизнь, потому что, я думаю, каждый из нас хочет жить в безопасном мире, в безопасном городе, и эффективная и профессиональная госполиция и муниципальная полиция – это практически ключ к этому. Поэтому я тоже думаю, что будет довольно-таки тяжело, но все эти задачи выполнимы, и если, скажем, ему дадут и финансирование, и срок, чтобы воплотить все это, конечно, это вопрос не одного года, это вопрос нескольких лет. Но если эта ситуация будет и найдет поддержку и парламента, и правительства в целом, то я думаю, что все будет хорошо. Но здесь есть небольшой нюанс. Мы можем там хоть святого назначить на должность начальник госполиции с самыми лучшими целями и видением, но если не будет поддержки на политическом уровне, если его не будет поддерживать министр внутренних дел, премьер-министр, то есть правительство, парламент, а что означает поддержку? Поддержка, во-первых, это финансирование, это обучение, это социальные гарантии и так далее. Да, и если этого не будет, там, значит, никаких и перемен не будет. Но это и к бабке не ходи. Вот, Раймонд, поскольку вы консультируете Рижскую муниципальную полицию, насколько вообще возможно взаимодействие муниципальной и государственной полиции, ну, не знаю, и в обеспечении безопасности, потому что какие-то функции, вот, по-моему, как раз вот новый начальник госполиции обратил внимание, но вот видит муниципальная полиция, что видит даже по движению автомобиля, что, возможно, человек... Ну, выпивший за рулем едет, пьяный, да? Муниципальная полиция может остановить этот автомобиль, и дальше алкометра у нее нет, нужно вызывать экипаж госполиции. Получается, что этим случаем уже задействовано, это же тратится двойной ресурс, с одной стороны. С другой стороны, может быть, муниципальная полиция, не стоит ей тратить время на то, чтобы смотреть, где кто неправильно припарковался, там вешать эти горчичники, специальный экипаж должен выезжать. То есть, это тоже, мне кажется, совершенно неуместная функция и затратная для самоуправления. Вот какое здесь может быть взаимодействие? Я думаю, что те все действия, которые может совершать муниципальная полиция, она должна это делать. Потому что самое, наверное, плохое в условиях, нынешних условиях, скажем, ситуации с безопасностью и всегда проблемами с финансированием и с личным составом. То есть, конечно, когда есть дублирование функций, то это крайне плохо. Значит, то, что Янис говорил, если будет четкое распределение, что должна делать муниципальная полиция, что должна делать госполиция, то я думаю, что выиграют все. И госполиция, и муниципальная полиция, и в итоге жители, потому что безопасность на улицах будет лучше. Совершенно согласен с фактом, что всегда вопрос заканчивается финансированием. Не будет финансирования, это все тогда пустой звук, и мы ничего не достигнем. Поэтому, конечно, сфера МВД и внутренних дел тоже должна быть одной из основных приоритетов. Если нет безопасности, ничего другого не будет. Это факт. И это даст возможность полиции, государственной полиции уже сосредоточиться больше на вопросах криминальной полиции, уголовной полиции, скажем, организованной преступности и т.д. и т.п. Потому что там, мы знаем, что там тоже хватает дел, которые должны быть разрешены в самое ближайшее время. И это дало бы возможность госполиции как бы фокусироваться вот на этот пласт всех этих дел. А муниципальная полиция вот как раз делала бы те вещи, о которых я не говорил. И еще бы было бы лучше, конечно, если это дублирование функций было бы уже больше не было бы актуально. То есть, если есть какая-то ситуация, вот то, что ты, Абик, сказал, то значит одна структура за это ответит. Она начинает и заканчивает эту всю процедуру. Не начинает, скажем, там друг другу звонить и переезжать, и кто-то в какой-то момент как-то берет под свою уже опеку это дело. Было бы правильно, поэтому я, в принципе, согласен с теми предложениями, которые были озвучены от нового начальника госполиции. Но тут вопрос будет, я думаю, ключевой, это будет два ключевых вопроса. Долгосрочное финансирование, чтобы это, скажем, не было бы так, что начали какие-то процедуры, какие-то процессы, потом финансирования опять нету и все это заканчивается.
И второе – это кадры, кадры, кадры. Значит, возобновление действия Академии, новые кадры способные, которые как бы работают уже в этой сфере безопасности 21 века, и понимание, как госполиция должна выглядеть, скажем, через 5-6 лет. Если это все будет, тогда я думаю, что будет успех. Если где-то, вот опять же, то, что Янис говорил, если не будет, скажем, политического какого-то такой поддержки, да, серьезной, тогда, конечно, к сожалению, если, скажем, начальнику госполиции или министру придется все время идти спрашивать деньги или требовать деньги, а это и зарплаты, это и соцобеспечение, это, извините, технологии, это экипировка и все остальное. Но здесь, да, один нюанс. Во-первых, политики должны понимать, что вкладывая, финансируя безопасность, он в течение года косвенным образом получает 10 раз обратно. То есть прекращается контрабанда, наводится порядок и так далее, и так далее. Это дает доход в бюджет государства. Но если ответственный политик, один из руководителей, член правительства, заявляет, что в полицию народ не идет для того, чтобы зарабатывать и хорошо жить, а чтобы служить Отечеству. Слушайте, мы уже переживали период, когда кто-то, бывший премьер, заявил, что босыми ногами, но в Европу. Ну, в Европу-то попали. Отечество мы все любим, но почему-то, когда мы заходим в магазин, вот иногда одной любви для того, чтобы приобрести товары, недостаточно. Вот что самое интересное. Человек, да, должен получать, в том числе и полицейский, достойную заработную плату, да, адекватную его вкладу в безопасность. Ну, это немножко другая тема. У нас чиновники, которые ничего не делают, получают зарплату намного выше, чем те, которые реально борются с преступностью. А если будет это разделение, то, в принципе, это через законодательство провести очень просто, да, но будет ли это желание, не знаю. У меня очень маленький комментарий. Понимаете, если ты смотришь историческое развитие силовых структур, то практически там есть только, скажем так, два варианта, как вы можете содержать эффективный аппарат силовиков. Первое – вы платите им достаточно большие зарплаты, или вы платите им, скажем, зарплаты, какие есть, но вы даете очень хорошие социальные гарантии, когда человек знает и понимает, что, скажем, через 20 лет безупречной службы он спокойно уходит на заслуженный отдых, получает пенсию, может еще где-то работать. То есть, если вы говорите, что это рыночная экономика и предлагаете человеку плохую зарплату, но он рано или поздно уйдет из этой службы, потому что у него будет семья, у него будут другие, скажем, интересы, ему надо будет кормить детей, в школу посылать, и плюс еще рисковать жизнью, и плюс еще сдавать нормативы ФИЗО, и плюс еще всегда быть в прекрасной форме. Ну, тогда, пожалуйста, найдите мне таких людей. Да, так, чтобы эту тему закончить, хотя понятно, что она долгоиграющая, еще долго можно будет обсуждать. Вот, ну, тем не менее, наверное, о работе полиции зачастую, может быть, несправедливо судят по способности расследовать такие трудные дела, громкие дела. Ну, вот мы видим, что целый ряд был громких дел. Последнее вот это убийство адвоката Рябинка. Но пока, я так понимаю, нет результатов по этим делам. Ну, несмотря на то, что там проделана определенная работа, я не думаю, что это дело будет раскрыто, так же, как и раскрыто дело Бункуса. И все заключается в профессионализме людей, следователи, которые расследуют данные уголовные дела. Ведь у нас такой науки практически нет, как криминалистика. У нас целого ряда ответвлений науки, то, что касается безопасности, они практически перестали существовать, потому что нет единого учебного заведения. Очень многие думают, что вот оно, учебное заведение по подготовке полицейских, все. Но там одна из основных составляющих – это научная работа. Да, когда я как-то на заседании комиссии министру задал вопрос: скажите, а сколько у вас докторов наук, которые защищались по тематике, допустим, кража автомобилей? Есть такие работы? Ну, ладно, на уровне магистра.
Если есть, то как они претворяли жизнь, как вы приняли к сведению то, что есть? Я даже больше скажу, есть доктора наук, которые защищались по очень интересным темам, связанным с террористами, но наши службы почему-то этой тематикой не заинтересовались, пока их не пнули. Да? То есть колоссальное расследование, обобщение фактов и так далее, но нашим службам это не интересно. Это же, оказывается, читать, думать надо. То есть без обученного личного состава очень трудно что-то добиться. Не потому, что они плохие, эти полицейские, просто их никто не научил. Да. Здесь сложно что-то добавить. Это хорошо. Значит, все-таки еще, может быть, в этой первой части спрошу у Яниса, как у депутата. Сейчас фактически все переведено в виртуальный режим. Сейм стал виртуальный. Правительство уже с апреля месяца виртуальное. Скоро, я так понимаю, и депутаты Рижской думы будут работать виртуально. Это что-то вообще меняет? Ну, для тебя, как для представителя оппозиции. Многие оппозиционные депутаты считают, что это не дает возможность как-то вот полноценно, не знаю, свою позицию отстаивать. Нет, абсолютно согласен с точкой зрения, что это не дает полноценно отстаивать свои позиции. Причина очень проста. Да? Одно дело, когда ты выступаешь перед коллегами в зале заседаний, и кто-то может изменить свое мнение, такие случаи были, хотя уже определено голосованием. Но если ты общаешься через компьютер, то эта жизнь и становится виртуальной. Я не думаю, что такие мероприятия, как заседание парламента, заседание Рижской думы, правительства, они должны быть виртуальными. Виртуальными могут быть совещания по каким-то вопросам. Обговорить вопрос, чтобы лишний раз не собираться. Но если ты принимаешь законодательные акты, нормативные акты, то они никак не должны быть виртуальными. Так, ну а зачем тогда вообще парламент? У нас и парламент, и правительство, у нас народ умеет работать с компьютерами. Давайте каждый раз по какой-то проблемке обращаемся к народу виртуально. Кто хочет, как думает, надо красить стенку черный или белый цвет? Ну, давайте. А вот ты утрируешь, а ведь на самом деле время от времени действительно всерьез обсуждается возможность, правда, я так понимаю, компьютерные эксперты против, возможность голосования по интернету. Мы же видим, ну, вот выборы в Рижскую думу показали, что явка уже 40%, если так вот посмотреть, при всем уважении к тем, кто избран в Рижскую думу, если так посмотреть, 40% от имеющих право голоса. Плюс возьмем там еще не граждан и так далее. И тогда получается, а кто сегодня, вот кого представляет Рижская дума? Я так где-то подсчитал, с коллегами где-то вот они представляют 25% рижан максимум. Ну, это очень мало, прямо скажем. Да, но причина, почему народ не идет и не голосует, очень проста. Чем выше доверие у населения к руководителям государства, самоуправления и так далее, тем выше посещаемость выборов, как ни странно. Чем меньше народ доверяет избранной власти, тем меньше у него желания идти на следующий выбор. И данные выборы показали, выборы в Рижскую думу внеочередные, что народ не доверяет политикам, и, в принципе, народ проголосовал ногами. Поэтому у нас есть такая ситуация, как она есть. И в этом виновны сами политики, которые создали такую систему. Если мы посмотрим то же самое Швейцарии, да, там по любому поводу референдум. Любой. Да? Ну да, у нас сегодня даже собрать 150 подписей практически это тысяч. Это нереально. Да. Это, да? Практически нереально. Я не сяду с Раймом Трубловским на студии. Во второй части больше поговорим по международной проблематике. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Добрый день еще раз. Раймонд Рубловский и Янис Адамсон у нас сегодня в студии. Вот поговорим действительно в этой части больше о международных делах, о международных событиях. Их очень много, но, наверное,
такое, это я не столько международное, сколько, я бы сказал, международно-экономическое, но, к сожалению, мы остались, и сначала латвийские порты и железная дорога осталась без российского транзита в силу известных нам геополитических причин, но теперь в силу тоже известных причин мы можем уже забыть, видимо, и о белорусских грузах, и мы видим, что сегодня и Рижский порт там показал, что падение грузопотока, перевалки грузов на 29%, по железной дороге падение, по-моему, составило 48%, и уже железная дорога говорит о том, что теперь каждый год потребуется им многомиллионная дотация из государственного бюджета, то есть, ну, все налогоплательщики должны будут вложиться, я бы сказал, в поддержание хотя бы инфраструктуры. Да, Олег, вопрос, да. Не вопрос дотации по железной дороге, давайте дадим им, давайте Аэрофлот дадим, да, еще куда-то дадим. Вопрос только, откуда деньги взять. Да? Если в предыдущие годы ЖД у нас зарабатывала деньги и платила в бюджет, то сейчас откуда? Банки мы уничтожили, банковскую систему, да, подкосили, 11,5 миллиарда ушло с нашей банковской системы, и наши чиновники там аплодируют с политиками. Сейчас вдруг прозрели, премьер-министр, министр обороны говорит: слушай, что-то неправильно мы тут делаем. А неправильно по одной причине, оказывается, что одна американская компания была готова вложиться в систему обороны. Нормальная, легитимная американская компания. Но, оказывается, им не дали возможность открыть счет в Латвии. Да? Потому что у нас надзорная институция издала циркуляр. И вы знаете, так смешно. То, что я буду говорить, это действительно смешно звучит, но, к сожалению, это реальность. И там написано, как определить, надежный клиент или ненадежный. Помещайте в Гугле в поиск там фамилию Иванов, и вам дают ответ. Иванов Петр Иванович. Так, замешан в скандалах или не замешан? Замешан, значит, не открывать, значит, ненадежный. Да? Мы вообще живем сейчас в ситуации, когда не нужна фактура, не нужна, то есть факты не обязательны. И как в том старом анекдоте, когда избирали председателя колхоза, да, там, вот дядя Ваня, наконец-то, да, не пьет, не курит, работящий, но кто-то в задних рядах крикнул, так у него дочка проститутка, раз, прервали заседание, потом первый секретарь райком подходит к этому деду, говорит, слушай, деда, так у него дочери нет. Ну, мое дело высказать критику, а ваше разбираться. К сожалению, это имеет место в повседневной жизни и внешней политике. Случаи с Навальным, Белоруссия, Нагорный Карабах и так далее мы можем посмотреть. Или Украина, сбитый Боинг. По сбитому Боингу мы как-то говорили, да? Сбили, прошло 6 лет, никак не могут выяснить, а кто же его сбил. Да? Но когда сбили Боинг в Тегеране, через двое суток американцы представили снимки спутников, где четко было показано, откуда ракеты летели и так далее. Вопрос, а почему тогда до сих пор не показывают, кто же сбил Боинг там? Да. То есть, и на сегодняшний день уже не прикрывается, идет экономическая война между державами большими, да, идет навязывание своей воли, санкции используются как метод борьбы экономической, то же самое Северный поток и так далее, можно много перечислять. Но вопрос, а мы-то сами о чем думаем? Я всегда умиляюсь финнами, которые могут спокойно развиваться, дружить со всеми, да, и развиваться, и жить хорошо. Ну да, особенно печально, что вот эта вот политика санкций, она не ослабела и во время COVID-19, когда мы видим, что, ну, таких испытаний
я не знаю, ни наше поколение, ни предыдущее, наверное, нет, но только сопоставимо, не хочется ни в коем случае такие параллели проводить, там, с войной, да, вот то, что сейчас происходит, когда фактически экономики даже крупнейших стран мира вообще легли, экономика, триллионные уже убытки, и никто не знает, когда и чем это закончится. Ну, Абик, я думаю, тут, да, ты прав в плане, что, наверное, так никогда не было, как вот этот год, начиная с весны, сейчас уже второй этот вариант ковида. И то, что мы видим, конечно, делает любые какие-то прогнозы абсолютно бессмысленными, потому что еще в прошлом году в это время никто не мог предвидеть, о чем мы будем говорить, скажем, в этом году. Это раз. Во-вторых, я думаю, конечно, нам здесь, в Латвии, стоит очень крепко подумать, за счет чего и как мы будем заполнять наш бюджет. Потому что только думать о том, что Евросоюз нам поможет бюджетом, эти деньги придется отдавать как-то и под какие-то проценты. Это раз. Во-вторых, мне все-таки кажется, что из трех таких стратегических концепций, которые в начале 90-х выдвигались, то есть мы мост между Востоком и Западом, что подразумевало хорошие отношения, подразумевало, значит, транзит, развитие. Второе, мы ближе, чем Швейцария, что подразумевало банковский сектор, развитие банковского сектора. Нет уже ни этого, ни второго. И, к сожалению, второго, то, что мы видим за это все время, да, мы видим вот то, что Янис говорил, мы видим, что капитальный ремонт, который затеивался как капитальный ремонт финансовой системы, даже президент страны, премьер, министр обороны должны были признать, что мы скатились, скажем, с одного берега на другой. И в плане уничтожили практически, вот даже так, что американские компании не могут открыть счет. Стратегический партнер. Наши международные крупные компании, которые работают на территории того же самого Рижского порта, вынуждены закрывать счета здесь. У них банки отказываются обслуживать. И они уходят в Швейцарию. Да? Это что, нам деньги не нужны? Да? И второе дополнение, да, то есть транзит, порты и мост между Западом и Востоком. Значит, эта концепция тоже рухнула, беря во внимание вот эти всю санкционную политику, все то, что случилось за последние, скажем, 2-3 года. И тогда остается простой вопрос, а какая, скажем, если две эти стратегические концепции развития Латвии рухнули на данный момент, и проблема состоит в том, что даже если ситуация поменяется, вы вдруг не можете все эти грузопотоки вот так завтра как свет включить, они сейчас пойдут обратно сюда, и вы не можете как будто, скажем, включить свет банковскую систему, реанимировать, что все вдруг будут начинать инвестировать в эти банки. Это уже, к сожалению, по-моему, безвозвратно потерянный вариант. И тогда отсюда у меня как просто гражданина вопрос, а за счет чего мы будем зарабатывать деньги, за счет чего будет пополняться бюджет, потому что мировая история показывает, это загадка, что мы пока только долги платим, судя по бюджету следующего года. Мировая история всегда показывает, что одними налогами рано или поздно это все кончается плачевно. То есть налоги можно поднимать, налоги можно там пытаться с разных сфер, скажем, иметь, но если это налоговая база кончается, то есть, ну смотри, даже если, скажем, народ сможет, он будет уезжать. Если тут бизнес уйдет, а чего мы будем брать налоги? Я тебе честно скажу, я не финансист, не экономист, но, понимаешь, даже мне было понятно, когда начался капитальный ремонт, и когда мы видели, что все эти банки рушатся и все остальное, вопрос был простой. А мы, в принципе, одну большую стратегическую концепцию рушим. И сейчас мы, сколько год прошел, наверное, с этого, да, сейчас мы просто говорим, что, извините, товарищи, мы ошиблись, да. Но вопрос, эта ошибка сколько стоит в денежном измерении, сколько рабочих мест было потеряно, когда эти банки ликвидировались, и все эти боковые последствия. Да? Так что, я думаю, мы еще до самого, скажем, не упали еще до той ситуации, чтобы определить, какие вообще-то последствия вот этого капитального ремонта. Кроме того, что должностные лица признали, что, скорее всего, это было неправильно. Да, это но капитальный ремонт, ладно. Еще то, что ты коснулся вопроса транзита, Абик говорил по поводу портов. Но слушайте, если у нас неожиданно вдруг появляется повестка дня, национализация двух портов, Вентспилс и Рига, да,
Если за уши еще как-то Вентспилс можно было притянуть, да, то Ригу никак. Сейчас уже вопрос по СЭЗ или ПАЭ, экономической зоне, его тоже хотят национализировать. А дальше пройдет, ну, национализировали, ничего не развивается, давайте продадим за просто так. Так же, как Цитадел в свое время продали, да, за горбушку. Но, правда, наши и не заработали на этом, но это другой рассказ. Их тоже кинули. Да, вот поскольку мы говорим сейчас, ну, затронули, естественно, эту тему пандемии, и ее влияние и на мировую экономику. Что касается ее влияния на глобальную политику, насколько Раймонд, потом, может быть, Янис, попрошу высказаться, вот этот COVID-19 и связанные с этим потрясения повлияет на итоги выборов Соединенных Штатов. Сколько осталось? 3 недели, да, до выборов? Да. Понятно, что Трамп-Байден, да, я так понимаю, что сейчас, по-моему, рейтинги показывают, ну, так, почти 50-50, то есть сегодня предсказать, чья возьмет, наверное, невозможно. Если 4 года тому назад, я думаю, я помню, что вы тоже прогнозировали, Раймонд прогнозировал, что наверняка Трамп, то сейчас, наверное, нет такой уверенности, да? Ну, есть такая уверенность. Опять? Да? Опять снова есть такая уверенность, что победит Трамп. А несмотря ни на, скажем, на все эти вопросы с ковидом, я все-таки так думаю и считаю, что он победит. Вопрос, наверное, в другом, как это будет восприниматься другой стороной. И какие действия последуют. Ну, надо себе отдавать отчет, что Джо Байден все-таки, ну, не показывает такого, скажем, хорошего настроения. Он все-таки видно, что и ковид, и вся эта ситуация его все-таки, ну, угнетает. В том плане, что надо дать отчет, ему 77 лет, и все-таки вот эта кампания, перелеты, выступления, ну, это очень и очень такой сложный процесс. Я думаю, что ситуация может развиваться следующим образом, что да, там может быть разные нюансы, может быть разные там рейтинги, но в конечном итоге не надо забывать, что число американцев, многомиллионное, голосует по почте. Второе. Уже были, как минимум, только то, что я знаю, 3 или 4 серьезных инцидента, когда там присылали мертвым, которые давно умерли, когда 100 тысяч каких-то бюллетеней только в Нью-Йорке куда-то лишние. А еще не нужно сбрасывать со счетов особенность выборов в Америке. Система-то там же через коллегию выборщиков. Абсолютно, да. Поэтому тут может стать вопрос, то, что и мистер Трамп много раз говорил, и генеральный прокурор Барр, что, извините, ситуация может быть такая, что надо проверять каждый этот бюллетень. Потому что есть подозрение, что он может быть какие-то фальсификации. Особенно Трамп отмечает штаты демократов. То есть Нью-Йорк, там, Калифорния, и Иллинойс, и все эти штаты, где как бы руководят демократические губернаторы. Во-вторых, сейчас идут слушания судьи на Верховный суд США. Значит, очень знаковый момент. Очень знаковый момент. Человек, верующая католичка, мать 7 детей, значит, традиционные взгляды. И это дает преимущество, скажем так, 6-3. Скорее всего, ее утвердят. Это дает 6-3 преимущество, скажем так, консерваторам и традиционным судьям. Поскольку 20 лет тому назад в битве Алла Гора и Буша-младшего именно Верховный суд определил, кто победил на выборах. Там тоже была какая-то ситуация в Флориде. И вполне возможно, что все обратятся в Верховный суд, Верховный суд решит и выдаст вердикт, что, скажем, мистер Трамп стал президентом США. Как это воспримут демократы, штаты и все эти люди, которые там сожгли пол США, я не берусь судить. Но то, что если Трампа, значит, Верховный суд скажет, что он победил на выборах, то так тому и быть. И еще один момент. Сторона Трампа активно муссирует ситуацию, что, извините, Джо Байден еле-еле держится, и, скорее всего, он не проживет этот срок. И вы будете иметь дело уже с Камалой Харрис. А это уже совершенно другая ситуация. Имеется в виду с вице-президентом, да? И у нее абсолютно неоднозначная репутация. И Трамп, я думаю, совершенно справедливо говорит, а как Камала Харрис будет вести дела с китайским лидером, с турецким лидером, с российским лидером. Как? И я думаю, это все имеет очень такую основательную ситуацию. Конечно,
Если год назад, когда мы говорили, никто не сомневался, что Трамп победит, потому что демократов просто не было что выставить. Конечно, эта ситуация с COVID, она очень эту ситуацию замутила. Но все-таки вот мой прогноз, что мистер Трамп будет президентом. С Верховным судом, без Верховного суда. Но я думаю, что будет именно так. Дело в том, что мы тут можем рассуждать очень много. По-всякому, особенно наши политики, правящие, у которых симпатии на стороне демократов, и с приходом Трампа они ужаснулись, никто больше указух не дает, кроме там отдельных фондов заграничных. Да, а позиция Трампа была ясна, типа, ребят, сами разбирайтесь там у себя, что очень правильно. Но вместе с тем, надо отдать должное, во время президентства Трампа экономика Соединенных Штатов Америки поднялась, причем чувствительно поднялась. Многие вопросы внутриполитические он решил. На мой взгляд, переизбрание Трампа было бы лучше, чем избрание Байдена. Но это их дело. Следующий вопрос. Слушайте, ну, лет 20 назад только тень какую-то там бросили на какого-то политика. И тут же он уходил в дали-дальние. А сейчас обвинение там в коррупции. Там одного кандидата в президенты, того же самого Байдена, по Украине. Угу. На повестке сына его. Да. Сына его, да. Да, через сына. Да. Там публикуются разговоры. Да. Вице-президента бывшего и президента Украины. Да? Вопрос по Китаю, только такие большие государства беру. Да? И все нормально. Да? И эти люди потом приезжают к нам и говорят, вот вы должны, и всему миру, кстати, вы должны жить по таким правилам. Я опасаюсь так же, как и после предыдущих выборов в Соединенных Штатах Америки, когда победил Трамп, на следующий день начались уличные там митинги, мягко говоря, беспорядки и так далее. И они сейчас еще и не закончились, только вошли в другую колею. И я не гарантирую, что при любом раскладе это противостояние может ожесточиться. И перерасти уже в полномасштабную гражданскую войну. Ведь то, что говорил по поводу демократов, там, где сенат, руководители штатов от демократов, ну, они почему-то национальную гвардию отказываются вводить для обеспечения порядка. Так что, что будет, жизнь нам покажет, но мир, на мой взгляд, спокойнее было бы, если бы победил бы все-таки республиканец Трамп. У меня тут маленькая такая ремарка еще. Просто цифры по разгулу преступности в таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго, да, только за последние лет. 300 или там 200-300% огнестрела, 200-300% убийств. Я так понимаю, что полиция уже перестала вообще вмешиваться зачастую. А если крайне все время делают полицейских, да зачем им надо? Ведь когда из одного города, не буду называть города, из одного города полицейских хотели отправить в соседний штат для наведения порядка. Ну, их предупредили, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Полицейские чиновники сказали, идите вы нафиг, мы не поедем, да? Не, ну, то есть мы видим просто цифры. С другой стороны, надо понять, что сторонники Трампа, они тоже все вооружены. Во-вторых, надо понять, что нравится или нет, но я просто уверен, что силовые структуры, будь то полицейские, будь то вооруженные силы, то есть они на стороне Трампа чисто политически в том плане. Они, конечно, не могут выступать, как, скажем, как офицер или как солдат, или как полицейский. Угу. Но они могут проголосовать, как они считают нужным. И тут я думаю, что вот эти все силовые структуры, которые видели весь тот бардак, ну, когда, извини, половину Нью-Йорка сожгли, и полиция не вмешивалась, или там в Чикаго, как я говорил, на 300% огнестрел, там худшая ситуация с какого-то 75-го года, да, убийство, там по 50 трупов было, ситуация каждый уикенд.
Ну, это же как показатель, что ждет. И я думаю, Трамп очень грамотно использует. Он говорит, закон и порядок. То есть, если будет он, то есть Байден, да, вы получите не только Чикаго, Нью-Йорк, а уже всю Америку вот такую. Да. И, конечно, это мобилизирует его электорат, который, извини, тоже это вооружен. Он не хочет эту анархию. Он не хочет, он хочет закон и порядок, но этот электорат, Абик, он и вооружен. И там очень много, я думаю, людей, которые служили и в войсках, и в полиции. Так что, конечно, ситуация очень... такая крайне опасная. Но опять то, что Янис говорил, я, во-первых, думаю, что Трамп победит, а во-вторых, это было бы лучше для всех. Может быть, такой последний вопрос. Вот когда Трамп больше не будет сдержан, следующие выборы, поскольку только два срока, у него руки будут развязаны, может быть, это позволит ему все-таки, прекратить эту, холодную войну между Россией и Западом, условно говоря. Я думаю, что да. Во-первых, эти 4 года ему все время вязали руки, все время там расследования, угрозы, импичмент и так далее. А в России выборы постоянно, да? Да. Я так удивлялся, думаю, вот Путин везде успевает, даже канализация у нас прорвала, и то Путин виноват. Но эти 4 года показали, что вроде как Штаты избирают президента, руководителя целого государства, крупнейшего государства мира, но вместе с тем он практически ничего сделать не может. Он хотел прекратить войну в Афгане, в Ираке, не удалось. Хотел вывести войска там из Сирии и Западной Европы, тоже не получилось, да. Потому что он ограничен, оказывается, по многим вопросам. Как только что-то он заявляет, значит, рука Москвы. Да? Или там Пекина, какая разница. Причем никто не требует доказательств. Вот это самое паршивое. Я думаю, что только что он сделал очень сильный ход, обнародовав все эти имейлы, которые были насчет русского вмешательства, где было, скажем, все могли прочитать, что это... Один из советников Хиллари Клинтон просто посоветовал, что надо вот эту тему развивать, чтобы отвлечь внимание народа от тех 30 тысяч мейлов, которые Хиллари Клинтон отправляла из какого-то своего там сервера. Значит, и все эти, скажем, ситуации по безопасности она игнорировала. Да? И чтобы отвлечь, просто эту ситуацию начали муссировать. Ну, конечно, это было и расследование Мюллера, и попытки импичмента, и все остальное. Да, это все провалилось. Так что сейчас практически никаких таких моментов. Если Трамп выигрывает, то у него, конечно, я думаю, будет большая свобода действий и на международной арене. Для мира это было бы неплохой вариант был бы. Я думаю, да. Я абсолютно согласен. Мир только выиграл бы, если бы у власти остались бы республиканцы. Янис Адамсон и Раймонд Рубловский у нас были в студии. Вот так вот время быстро у нас подошло к концу. Будем еще вас приглашать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.